Всем привет! Не успев отоспаться после вчерашней встречи в городе Челябинске со своими единомышленниками. О, Лёвушка проснулся. И, в общем, я записываю это видео для того, чтобы узнать, есть ли здесь кто-то из Екатеринбурга. Потому что завтра, 3 марта, я встречаюсь с вами, со своими зрителями, подписчиками, читателями и единомышленниками в Екатеринбурге на улице Вайнера в магазине «Читай город» в 7 вечера. Оставляю всю информацию внизу в инфобоксе, разворачивайте, читайте. И я безмерно счастлива знакомиться с вами, потому что я услышала столько мотивационных слов от вас, столько благодарности, что мне хочется теперь делать миллион раз больше, мне хочется больше с вами знакомиться, больше встречаться, и я рада это делать. Я еду в следующий город, это Екатеринбург. В Москве мы уже провели две встречи, Челябинск был, Екатеринбург, следующий, кстати, возможно, Питер. Екатеринбург, жду тебя завтра в 7 вечера. Всем спасибо, до встречи, пока. Лёвушка, я бегу, солнышко!